Всем привет и друзья! С вами Светлана, и мы находимся в теплице известного кактусиста Андреаса Веснера. И здесь у него, в этой отдельной теплице, находятся эхинопсисы гибридные, трихоцериусы. И я вам хочу коротко показать эту тепличку. Здесь еще, конечно, полностью все не цветет, еще не сезон. Вот один. Тут у него теплица маточников. Посмотрите, какая огромная. Сейчас быстренько пройдем, покажу вам, какая тут красота. Вот здесь маточники у него. Детки нарастают. Он это все обрезает, укореняет. Вот здесь полностью маточники до конца. А здесь уже он отсадил на продажу. Какая прелесть у него здесь, поглядите. Вот опора кактус будет зацветать. И вот такая везде красота. Везде деточки лезут, нарастают. Вот там все так классненько цветет. Очень красиво. Сейчас пройдемся немножечко, я вам покажу. Это здорово. Человек занимается кактусами. Это его не только хобби, но и для жизни. Конечно, кактусы не приносят такие огромные суммы, но все равно кактусами занимался его отец, и вот теперь он вот здесь цветет. Сейчас еще туда пройдем, я покажу вам, как красиво расцвел. Вот такая красота. Вот здесь все маточники. О, здесь цветет, посмотрите, вот там, там уже перецвело. Ну, это надо приезжать в конце мая, вот уже какой огромный перецвел. И тогда вся теплица в цветах. Видите, сколько будет цвести, везде бутоны. Вот. Ну что, друзья, подписывайтесь на мой канал. А я вам всем желаю хорошего дня. Пока-пока.